Дорогие друзья, скоро мы проводим 2020 и встретим новый 2021 год. По традиции мы поздравляем родных и близких, подводим итоги, строим планы. С Новым годом мы всегда связываем самые сокровенные надежды и мечты. Уходящий год сложно назвать удачным. Он прошел под знаком борьбы с пандемией коронавируса. И сегодня, когда мы стоим на пороге 2021 года, наши врачи по-прежнему продолжают сражаться за жизни и здоровье людей. В многих странах мира, в том числе в России и в нашей области, действуют ограничения, направленные на снижение темпов распространения инфекции. Я призываю вас сохранять благоразумие во время праздников, угроза еще не миновала. Мы приступили к вакцинации. Эта работа займет у нас несколько месяцев, и, надеюсь, мы сможем вернуться к полноценной жизни. 2020 год был непростым, но коронавирус и связанный с ним мировой экономический кризис все же не смогли парализовать развитие нашего региона. Был дан старт строительства Амурского газохимического комплекса. Активно продолжались работы на Амурском газоперерабатывающем заводе. С космодрома «Восточный» произведен первый коммерческий запуск. Среди наших успехов я бы отметил и масштабную дорожную кампанию. Много было сделано для поддержки и развития медицины. Мы комплексно взялись за ремонт и переоснащение современным оборудованием больниц и поликлиник. И завершаем строительство 26 фельдшерско-акушерских пунктов в селах нашей области. У каждого из нас год был полон и личных событий. У кого-то пошли в школу дети, кто-то переехал в новое жилье, окончил учебу в вузе или создал семью. Мы будем вспоминать уходящий год и в этих светлых красках. Давайте верить, что Новый год будет более щедрым на счастливые события. Дорогие друзья, я желаю вам здоровья, семейного благополучия. Пусть все то, что не сбылось в этом году, обязательно исполнится в следующем. С Новым годом!